Всем добрый день. Сегодня будет распробовка чая, заказанного в супермаркете. 165 рублей за пачку. Я распаковал, вот так все выглядит. Пачки у нас 200 грамм. Почитаем состав. Чай зеленый, байховый, крупный, листовой. Сорт букет. Способ приготовления. Годности у него 3 года. Мы его будем распаковывать. Хорошо видно. Видно крупные листочки. Сейчас будем его заваривать. Берем 10 грамм на чайник. И 13 грамм, на 600 грамм воды. Ты его заваривай. Немного не хватило водички, но не страшно. Чай у нас заварился. Я его обычно перегреваю несколько раз. Thank you.
отсюда. Очень хороший чай, очень вкусный. Гораздо лучше, чем чай в пакетиках. Всем советую. Кстати, заваривать его можно максимум 4-7 раз. Это я читал. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки.